Еще одно новое лицо к вашему прибытию. Праздник уже был в самом разгаре. Неудивительно, что-то там верховный пират велел мне ожидать вас. Надеюсь, вы готовы к будущим приключениям и опасностям. Конечно, готов. Вам понадобится золото, но решить этот вопрос можно по-разному. В мире Sea of Chiefs работает несколько торговых компаний. Здесь, на этом форпосте, вы сможете встретить кого-то там, торговый союз и орден душ. Не дайте сбить себя с толку, это непривычные чванливые бюрократы из большого мира. Эти с радостью заплатят пиратам, готовым взяться за работу. Заработайте известность, и они предложат вам плавания, в которых вы сможете проявить себя. Думайте о них как об инициации, ну или как о способе подзаработать, если угодно. Снаружи вас ждет корабль, а также еда и припасы, если вы знаете, где искать. Когда будете готовы к более серьезному испытанию, возвращайтесь и снова поговорите со мной. Ага, я понял. Мне самое главное сначала увидеть корабль. Отыщите шатер и поговорите со злотодержцем. Золото, я злото, кто-то там, Гораций. Слышу его колдовский зов. Купить путешествие. Так, поиски сверкающего золота. Выкопайте отмеченные на карте клады и привезите их золотодержцам. Я не могу выговорить это слово. Поиски сверкающего золота. Подожди, читаю монеты. Продолжите. Вы приобрели что-то там. Золотой авантюрист дает доступ к путешествиям уровня золотой авантюрист. А у меня вообще есть эти золотые монеты? Любите золото, покажите, на что способны, и служите себе и... А, заслужите себе имя в компании золотодерж... Вот это слово. Взойдя на борт корабля, вы сможете поставить приобретенное вами путешествие на голосование. Хе-хей, погнали. Куда погнали-то, дружище? Я думаю, на корабль, да? Поехали. Забираем все, что в бочках лежит, чтобы наесться и пострелять. Так, досочки мне нужны. Капитан Мурма залазит впервые на корабль. Так, предложите путешествие, положив его на капитанский стол. Сейчас мы разберемся, сейчас мы в бочке все поместим и посмотрим, куда мы уже поплывем. Ни хрена, у меня корабль огромный, вот это я понимаю. Фигово, что я один, конечно, но ничего, сейчас в плавании разберемся. Выкопайте отмеченные на карте клады и привезите их золотодержцам. Отправляемся на поиск сокровищ. Капитан Мурма отправляется на первое исследование моря. Не знаю, куда меня приведет, конечно же, это все, но я постараюсь что-нибудь найти интересное, ребят. Куда-то плывем, короче. Сейчас найдем какой-нибудь остров. Залутаемся там. Самое главное, ни на кого не напороться. Будет все хорошо. Что-то мне кажется, очень большая скорость. Не упороться бы еще в эти самые. Так, чуть-чуть прям выше могу я. Вот так вот сделаю. Потихонечку поплывем. Так, спереди скалы, аккуратней. Аккуратно. Надо объехать скалы. Так, интересно, а на маленьком острове есть что-нибудь? Сейчас мы зарулим туда. Давай-давай, вертись. Так, надо поменьше пару сделать. Чуть-чуть поменьше. А то скорость что-то у меня огромная, мне это не нравится. Так, вот так вот сделаем. Давай. На остров надо. Хорошо. Пока что все хорошо, замечательно. Профессиональный капитан выбрал остров и сейчас найдет на нем кучу сокровищ, вот по-любому. Еще вон то место интересное, конечно. Остров, сейчас воткнусь я в остров. В остров сейчас воткнусь. Не-не-не-не-не-не-не-не. Блять, просто минус корабль. Ну что за капитан из меня? Все, тихо, надо... Все нормально, все хорошо. Пускаем якорь.
Стой, амбус! Ничего я тут не разбил? Где вода течет? А где вода течет? Не понимаю. А где вода течет? Ё-моё! Ё-моё! Для ремонта нужны доски, а дайте мне доски, пожалуйста. Срочняк. Нужна доска. Бочка с ядрами, нет, не то. Хрена я ядро взял. Дайте мне доску. А, доски. Всё, тихо, кораблик, не тони, я тебя сейчас... Отремонтирую, все будет хорошо. Чинить. Тихо, набирается жесть. Уплываем. Нужно ведро. Бочка с водой, подожди, а ведро мне где взять? Ведро у меня должно быть здесь. Вот ведро. Погнали вычерпывать воду, что я могу сказать. Хоба. Выплевываем за борт. Хорошо. Вот так вот капитан учится, как бы все нормально у него. Корабль не тонет у нас. С кораблем все хорошо. А за борт. Смотрите, ребят, какой у меня классный корабль, да? Просто белая... Нет, такая... Деревянная жемчужина. Короче, я приплыл на остров. Еще попробуем здесь что-нибудь найти. Но мне кажется, навряд ли здесь что-то будет. Но, тем не менее. Попытать счастье нужно. Здесь какой-то затонувший корабль. Может, там что-то есть внутри? Погнали посмотрим. Что-то ни хрена я в нем не нашел. Просто вообще ничего нету здесь. О, здесь еще обломок. Ни хрена тут сколько интересного-то, пацаны. Капитан Мурма выходит просто на слежечку. Может быть, сейчас что-нибудь и найдем. Мне бы оружие найти, вот это было бы хорошо. Главное, не утонуть еще. Так, у нас, значит, имеется маленький остров, который мы должны найти на карте. Запоминаем. Запоминаем и ищем. Ищем. Где же может быть этот... Отплыл я отсюда. По идее, он должен быть какой-нибудь... Небольшой. Возможно, вот это вот. Приют смерти? Нет, как-то он не так выглядит. Должен быть небольшой и где-то неподалеку. Вот это нет? Нет. Что-то другое. О! Последние слова, вот это вот. По-моему, это. Точно! Последние слова. Итак, дорогие друзья, отправляемся к последнему слову. Так, плывем мы, значит, примерно вон туда, через те скалы. Погнали, что я могу сказать. Поднимаем якорь и летим. Главное мне сейчас не бахнуть корабль, как это произошло в прошлый раз. Остановить его вовремя. Но как бы на своих ошибках учится. Я еще не особо жажду желания кого-то сейчас встретить, постреляться. Типа, ну да ну его нафиг. Мне разрушит весь корабль, потому что я один. Я не могу всеми руками, короче, все выполнять. Так что лучше просто спокойненько исследовать пока что для начинаний. Ну а потом уже, конечно же, посмотрим. Уже можно будет повоевать, постреляться, попвпшиться. Ну а пока я хочу найти сокровище. Что у меня с парусами, по-моему, да? Очень медленно я плыву. Это все настраиваем. О! Задраить. Так, а вот этот я хочу. Прям чтоб... Не, ну... Как-нибудь вот так вот. Все, летим на остров. Чуть-чуть сюда. Выравниваем корабль. Чтоб нам не попасть на какую-нибудь хрень. Так, карта у нас, значит, карта. Это нам не надо. Я на скалы лечу.
На скалы лечу, скалы. Хорошо. Немного выравниваем кораблик. По-моему, он прямо находится. Вот где-то прямо. Окей. Где моя подзорная трубище? Смотрим. Ага. Вижу остров. Да, я понимаю, музяка, вот это вот. Так. В принципе, компас мне не нужен. Будем вот так вот справляться. Так, в скалы я там не ушатаюсь сейчас. Нормально у меня все? По-моему, нормально. И вроде как вот по прямому пути, по прямой наводке у нас находится остров. Сейчас я еще по карте гляну. Магически мистическое... Это корабль? Нет, это не корабль. Место действия такое прям не особо для пиратства. Хотя, сейчас посмотрим, что нас будет ждать на острове. Первые сокровища мои. Так, глянем еще в нашу трубень. Да, это он. Это тот остров. Отлично. Мы на правильном пути. Сейчас посмотрим, что за сокровище там. Скалы, конечно, жесткие. Можно будет еще вот это исследовать. Посмотреть, что это такое. Кораблей я пока что не наблюдаю. Но это хорошо. Потому что мне сначала надо еще ядер найти. Еще найти пистолет. Лучше какой-нибудь там... Огнемет. Чтобы сражаться, да? Лучше, соответственно. Так, наш остров уже нас ждет. Скоро мы к нему доплывем. Так, все, пофигачили. Пофигачили. Право руля. Капитан Мурма приказывает сам себе. Это все нормально, ребят. Все хорошо. Не упороть бы сейчас корабль об эти скалы. Я думаю, такого здесь не случится. Я еще быстро скину якорь. Блин, из-за паруса не вижу совершенно, где этот... Где эта скала огромная. А все, мы обходим. Ох, интересно, что сейчас там за сокровища будут. Надеюсь, будет что-нибудь хорошенькое. Так, лево руля. Что-то я сыкую здесь проезжать. Ни хрена не вижу. Абсолютно. А, ну, в принципе, я нормально еду. В принципе, нормас. Сейчас мы где-нибудь здесь зашвартуемся. Последние слова. Все, можно скинуть якорь. Ух ты, какие здесь глупцы ходят. Исследуйте остров. Пламенный страж. Мне было бы чем биться, было бы хорошо. Оу! Оу, май! А как я раньше не видал ее? Так, ну все, как бы. Погнали. Завоевывать. Ни хрена себе! Че, блядь, с ума посходил, что ли? Не знаешь, кто я? Стоять! Смотри, какой жесткий! Он... Сколько его бить-то? А он в воде не сражается, что ли? Не понял. А чё мне отпор не дает? Ох ты... Ты еще пить там что-то будешь? Иди сюда, блядь. Ты еще защищаться будешь? Да ладно. Ты чё такой... Ты драться будешь со мной, нет? Или ты лучше, ну, погибнешь? Тебе вода мешает, что ли, друг мой? Иди сюда, блядь. Я заберу все твои сокровища. Ну, как бы да. Записки пламенеющего стража. Грустный трофейный череп. О, какой. С помощью карты определите местоположение клада, отмеченного. Сейчас мы определим. Опа! Нашелся. Получены задания. Давай еще выкопаем. Что же там заклад? Сундук отшельника. Видите, сундук. Златодержцу на любом форпосте.
Я думал, я его сейчас открою, там все дела, заберу все себе. Затонувшая роща. Вот. Это можно снимать. Летим мы к затонувшей роще. Это мне надо ехать на Эночку. На Эночку, значит, поедем. Так, ребят, на этом серию я, наверное, заканчиваю. Увидимся на следующей серии. Посмотрим еще, что нам предстоит. Поеду сейчас, короче, на тот остров. Вот. На следующей серии мы увидим, что нас там будет ждать. Какие сокровища. Всем пока-пока.